сказал: привет, Кристина на подъезде, ждем ее и едем на коньки. Я сказал, что я умею кататься, но будет печально. Сходил в душ, немножко сделал уборку, покушал. Еще надо докупить мелочи всякие, то есть сейчас мы поедем. На коньки, это пиздец, она мне уговорила. Я не умею кататься, это пиздец, я буду падать, мне стыдно. Короче, едем на крытый каток, где-то за городом. Я не знаю, как он называется, рекламу не будем делать. То есть едем на каток, пока пошаримся еще, походим. Я свитер хочу еще выбрать какой-нибудь, потому что у меня футболка и вторая такая синенькая футболка, больше ничего нет. А на катке на крытом будет прохладно в футболке, жарко в куртке. То есть вот одно из двух. И кофта как бы на север все равно не помешает. Потому что мы с Мишей собрались в марте ехать на Роза Пик на горнолыжку. Это в Сочи. То есть в марте мы стартуем в Сочи с Мишаней. Ну, я думаю, что и с Кристиной. То есть Кристина поедет с нами. Все, выложил еще один видосик, смонтировал. Сейчас буду снимать заново. Телефон освободил. Пойдем погуляем. То есть, ребята, извиняюсь, кому не интересна такая тематика, кто ждет КамАЗы, то все, то просто советую не продолжать смотреть дальше видео и все, чтобы не было. За комментарии про Кристину спасибо, что Кристина красивая девушка. Да, общаемся мы с ней на протяжении полугода в ВК. Девушка нравится. Общительная, тараторка, болтливая. Я ее называю энергетик ходячий. То есть она бегает, прыгает, прыгает, прыгает. Ну, вот такая девчонка. То есть целеустремленная, серьезная, не мажорка в жизни она. То есть хапнула и горе, и всего. То есть, ну, такая, видно, девочка не испорченная. То есть, дай бог, не будем ничего лишнего говорить, а то плохая. Плохая ты, Кристина. Шутим, шутим, конечно. Все, встречаем ее где-то. Она у нас на подъезде. Начало нормально, короче. Без корючка немножко хлебнул. Ну, так нормально посидел в ВК, послушал музыку. Что еще в Ютубе? У меня бесплатный интернет сутками. То есть, кайф. Это второй день, мне еще 12 дней здесь быть. Я просто балдею. Охрененно, охрененно. Где она? Она в домофон уже позвонила. Сейчас включу. Сейчас включу. Лифт заработал. Ждем. Блин, напугал меня. Я, короче, запуталась пока что. Почему? Зашла через какое-то другое место. Там тебя в комментариях хвалят, слышишь? Что делать? В комментариях хвалят. Блин, скучно. Приехала. Я соскучился, блин. Я тоже скучала. Башка сказала, ты хочешь. Я? За что? Знакомиться их надо? Ну, типа, так... что-то, типа, ты, короче, типа, ты меня сейчас разбалуешь, а я потом, типа, ага, типа, говорит, потом он уедет, типа, оставит меня с тобой, и ты, говорит, будешь мне капризничать, говорит. Не будешь ты капризничать, надо это, ну, что, все, сбор, собираемся? А куда? Рано. Я так-то уже сказал, что ты меня заставила на коньках кататься. В 6 же поедем, он же 6. В 6 поедем, короче, мы еще сидим. Пошли шариться, пока кофту выберем. Пошли. Делается для экономии, чтобы в кафе кушать меньше. Сейчас, то есть мы тут перекусим то, что у нас в холодильнике, а потом сядем так чисто для виду по кусочку пиццы возьмем и типа мы в кафе. Типа в кафе, мы главное сидим. О, я сыт. И так, что пришел, блядь, доел все до конца. Сейчас, знаешь, хлебом. Хлебом смазал, да, с тарелочкой? Вымазал. Да, в цивилизации только так и делается. Вот так. Секси, Кристи. Ну, все. Ну покажи пальчики. Все. Нет. Не, вот один, ребята, она три. Ущемляют мужчин. Должна кормить, а сама ест. Ну, идешь. Ты сейчас что сказала? Давай сделаем курицу в духовке. Ну, да. Я тебе сказал, ты умеешь, ты говоришь, ты сделаешь. Ну, вот. Так бы. А все перед ними будет. Короче, давай пообещаем тогда, что мы сделаем курицу не гриль, а в духовке. Ты не умеешь тоже, да? Я тоже не умею. Ну, по рецепту попробуем сами сделать. Да там что, замариновать тут и с картошкой? У нас духовка колхозная, если что. С картошкой? Да. Я тебе покажу, как Миша делал там пиздец пальчики. Не, знаешь что, пюре надо здесь есть этот миксер? Толкушка, а не миксер. Можно этим еще. Вот миксером, да, пюре. Посмотрим, короче. Что там, мы, короче, что мы будем готовить, мы снимем. Немножко у меня контент канала немножко отойдет в семейную жизнь, начинающую семейную жизнь.
Оба готовить не умеем. Все, я выключаю. Хотел сказать, закругляйся. Пошли уже. Сейчас пойдем, доем, да пойдем. Что ты кушать потом будешь? Не кормит. Все, поки-поки. Включимся на улице. Ну-ка. Вот, пошли. Не снимай, давай. Не снимаю. Вот так я обычно, знаешь, как делаю? Свою голову вложу, и как будто это мои руки представляю. Да? Да. Нет, я уже одета, я просто хотел сказать, что ты притащила спортивный костюм. Да. Теплый. Нет, обычно что-то. Ты на джинсы не пялишь это все? Что, с ума сошел? Что это такое? Обычный спортивный, что ли? Все, так, все, я пошел, ладно. Я ушел, все. Камеру вам оставлю здесь, сам пойду. Да, хрен-то. Так, ладно, все, мы, короче, собираемся и пошли. Я куплю полу такой свитер маломальский и поедем к 6, блядь. Ну, пока пошаримся, короче, день. Все. Все? А? Ну-ка, покажи, в чем ты будешь. Подай мне шарфик. В чем ты будешь? Шарфик, подай, пожалуйста. Ты не замерзнешь в нем, слышишь? Нет, у меня колготки нужны. Ага. Кенни. Чё? Кенни. Кенни? Саут Парк. Я его не смотрю. Чё? Покажи варежки. М? Блестящие варежки. Угу. Что-то я, короче, куда я заходила, почему-то. Не здесь зашла? Да. Мне такой таксист говорит, пасла вот. Я думаю, нет, может, мне здесь не станет. На улице. А, я вон с того зашла. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Кристалл. А там что? Кофту. А, кофту, да. Забываю. То есть сама тепло оделась, пофиг, да? Да почему мужа тут уже одевать надо? Уже тебе пофиг стал. Нет, мужа одевают уже. А, сюда? Да. Кто пачки кидает? Пидурасы? Не это. Чисто плотный город. Миша сегодня звонил, короче, там теплее, чем здесь. Чем в Тюмени. Да? Да. 7 градусов у них. А у нас 15. Пипец. 18 было утром. Отходим. Пару слов, холодно? Холодно? Холодно, пипец, у меня уши вон отпадают. Красненькие. Надо шапку купить тебе. Мне? В шапке ходят только... А, тише сейчас. Ладно, купим. Пойдем за шапкой, короче, шапку посмотрим. Шапки. Все. Пошли кофту выбирать. Потом покушаем что-нибудь. Ну, якобы, типа... Для галочки, что мы посидели в кафе. Для подписчиков? Нет. Я же подписчикам сказал, что специально покушали, чтобы... А, я не знаю. Конечно, знаю. Это что выложено было. Красиво. Постанова, у него все постанова. Я прям обговариваю, да, что буду говорить? Угу. Шутит, ладно, шутит. А чего, в какой пойдем обычно? Пошли в хаус. Я вот там был. Хаус. В Бершку можно, в Бершке классные вещи. А Бершка вообще на первом приехала тоже. Пошли. Сейчас посмотрим, короче, где кофта, я не знаю. Павильонов целая куча. Мне надо тоненький, да, только не толстый, потому что я буду совсем толстый. Красивая. Красивая. Сейчас самый счастливый. Шарф. Я самый счастливый сказал. Должна вот этот момент меня поцеловать была. И я. Ну. И я самая счастливая. И я самая счастливая. Все, ладно, выпросил. Пошли, тут ничего, короче, не нашли. Блин, ты будешь меня любить, если я сделаю себе челку? Да. Я такая маленькая челка. Да. Тут, короче, не нашли, пошли в следующий. Мне надо, чтобы она бесцветная была, такая, одного тона.
Потому что ты, у тебя даже нет на штанах же, да, надписи никакой? Adidas, Reebok? Нет, у меня вот я такую же хочу, я хочу простую. Все черное. Сюда? Все, пошли выбирать. Тоненькую, не смотри, толстый мне. Она не сможет вязаную. А, да, женская? Да. Девчонки. Ужасно. Что, с капюшонкой нет толстого? Кристина выбирает. Чё ты ничего такого не имеешь? Сам посмотри. Розовенькую хочу. Шучу, шучу я. За... Я хочу ты выбрал. Энергетика ходячая, я говорю, хохочет, ходит, что-то ходит. Вот энергия у девки. Господи, ну... Там одна есть, вот эта. Просто еще. Ну давай такую пофиг. Как хочешь найти? МК. О, как раз. МК? Да. Ну-ка подожди, что она вообще себе представляет? Ты же без всего хотел выйти. Ну да, без всего, чтоб... Только она сколько у меня не толстая будет? Ну, норм такая. Ну, толстовка. Хорошо, ладно, пошли мы. Что-то, по-моему, как это... По-старперски. По-старперски? Ну, нет? Еще посмотри, пойдем еще посмотри. Смотри, она у меня как у этого. Длинная. Что за мода пошла, жопа прикрытая? Зато тепло. Кушаем. Пару слов. Кушаем и едем кататься. У меня салатик вообще какой-то, я не пойму. Это просто вкусно. Ремонт. Пошли дальше смотреть. Куда-то она меня привела, короче. Гейский какой-то, нет? Магазин. Штаны? Бесцветных нет? Чего ты говоришь? Бесцветных. Вот черные, серые всякие. Давай, что-нибудь посмотрим. А ее подгибать можно вот так, допустим, если я хочу? Чик, ну как в 80-х. Да где она, что тебе? Что тебе мешает? Кроссовки модные. Какой цвет? Ну, видишь? Мягкая. На, подруга. Угу, да. Короче, меряем эску. На Большого Николая эску. На Большого Николая меряем эску. Да нет, да по-моему, самотон, мне больше не надо. Ты по плечам смотри. Такая вот. Ну, ее без футболки, если нормально. Почему без? Подтяни. Жопу? Да. Колхоз. Пойдет? Да. Сел, встал. Все. Пойдет. Попа классная, да? Угу. Да? Да. Что ты? Берем? Пойдет. Короче, как это, как с деревни.
Мне как с деревни нормально, мне нравится. Ну-ка, с этой пойдет мне с курткой? Одевайся, уходим. Ну, не толсто будет. Коля, одевайся, мы уходим. Сейчас, подожди. Вот смотрите, ребята, какая куртка. Нет. Нет. Пойдет, да? Да, футболку только подправь под эту. Под эту. Поправь, давай пойдем. Все? Да. Пусть это кто-то говорит, что вещи нужно стирать после покупки, но это не в нашем случае. Она уже на мне. А почему их надо стирать? Как будто шапку хочешь, с помпоном? Нет, с ушками? Стоит. Вон серая шапка у нее. Я хочу такую же, только больше. А, могу... чтобы висела, что ли, как это? Да, не... это классно. Больше стороны туда. Она теплая хоть, да? Да, ты что, навязанная. Идет она мне? Ну да. Ты, конечно, так. Угу. Не двигайся. Все, берешь? Я завтра. Задаться вопросом, почему мы подходим друг к другу, да? Ну, на протяжении полугода по общению ВК. Потому что она придется по Red Bull, оказывается. А я перешел на томатный сок. А почему он так снимает? Как? Но пишет неправильно. Да, потому что камера переворачивает. А, то есть он сейчас мою рожу неправильно снимает? Передняя. Почему правильно? Ну, пятно получается у меня... Да, все правильно, ты че? А томат-то почему он пишет неправильно? Смотри, ты поворачиваешь. Ага, тома... Нет, неправильно пишет. Переворачивает? Короче, заморочился. Мы пошли за цепочкой, мы сдали в ремонт цепочку. И едем, блин, на... Думала, едем на коньки уже. Костя? У меня такое лицо было, ты зачем снимаешь? Все, покидываем шапочку. Музыка, музыка. На стенке последний пост с такой же музыкой. Я буду сюда ходить. Где она убежала? В женском отделе хожу. А вот спортивно-оздоровительный вот тот. Получается, да. Подъезжаем. По дикому реклама будет. Все, спасибо. Пожалуйста. Наши расстроенные моськи. Оказывается, работают только в субботу и воскресенье. Праздничный. Нам дали листочек. Мы сами не доглядели. Едем обратно. Обида. Кушать будем тогда. Толстые будем. Будем кушать. Пошли так хоть покатаемся, я тебя за руку буду держать и пойду. Так он закрытый же. Там. На... По асфальту. Все. Мы остатки докупили. Пошли домой, расстроенные. Пока-пока, скажи. Пока-пока. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Тебя, Кристинка, перегруз. Ага, и за мне 47. 5. Сколько там? Сколько там наговорила? Все, всем пока-пока.